такое? Пусть едет. Я на обочине стою. Куда дальше? Ну поставьте на виадук автомобиль. Чем здесь нельзя? Там она будет идти. Ну там она точно так же будет идти. Поэтому что? Если на виадук стоите, подожди. Я здесь постою, спасибо. Очень вас попрошу, пожалуйста, отъедьте куда-нибудь на стоянку, потому что едет охраняемое лицо. Ну пусть едет. Сейчас я по телефону поговорю и уеду. Пожалуйста, отъедьте. Не стучите по моей машине. Вы отойдете, я быстро сейчас все сделаю и еду. Я попросил вас сейчас же, уберите, пожалуйста, автомобиль. Я не могу, машина не едет. Дальше что? Проведите, пожалуйста. Она не едет. Я могу вызвать эвакуатор. Вызывайте. Кто вы такой? Фамилия моя Кокубава. Документы ваши. Отъедьте. Документы ваши. Уважаемый, мне некогда с вами. Мне тоже некогда. Надо. Регулируйте. Так вы мешаетесь. Я на обочине стою. Да отъедьте, пожалуйста. Я вас же просто. Вы все равно не понимаете по-людски. Пожалуйста, отъедьте отсюда. Кокубава Лаша Сосоевич. Не Сосоевич, а Сусоевич. Сосоевич, извините. Хорошо. Отъедьте, пожалуйста. Сейчас я передам. И там позвоните. Там где? Отъедьте куда-нибудь вот. Там мостом есть как парковка. Я стою на обочине. Здесь запрещено стоять? Да, на время мероприятия. Знаки поставьте. Какие мероприятия? Какие мероприятия? Проезжает охраняемое лицо. Ну пусть проезжает. Да не палено.